недавно была у врача, он говорит, надо похудеть, все пройдет. Знаете, какой врач? Лор. Я говорю, у меня болит ухо, он говорит, надо похудеть, все пройдет. Ну ты немного на себя берешь, у тебя и так ухо, горло, нос, что ты в душу ко мне лезешь? Меня все устраивает, потому что лишний вес лишил меня обычных телочьих проблем. Ну, у меня не бывает проблемы, блин, я на этой фотке толстая. Вместо того, чтобы фоткаться кучу раз, тратить нервы, я просто говорю, глаза не красные, ну норм. Поэтому меня бесит, когда обычные девчонки так напрягаются. Знаете, когда худая подруга еле-еле натягивает кожу между двух пальцев, говорит, посмотри на это, мне кажется, я толстая. А мне кажется, ты тварь. Ну, ты мне это будешь говорить? Мне кажется, я скоро сорвусь, буду говорить, да, Алён, реально толстая. И на щеках у тебя ни хрена не милые ямочки, это целлюлит. А на лице, потому что у тебя жопы нет.